Мировая держава. Мировой бренд. Мировая игра. Мировой праздник. Самым большим и самым маленьким фанатам Coca-Cola открывает, какое счастье дарит футбол. Июнь 2008 года. Швейцария. Вся Европа с удивлением наблюдает, как русские умеют играть в футбол и болеть за своих. Год спустя. В ожидании новых побед мы сделали все для того, чтобы вдохновить российских футболистов, объединить фанатов и помочь нашей команде в матче против Германии. Мы организовали кампанию национального масштаба «Еще голос, еще гол». Весь сентябрь мы собирали голоса в поддержку сборной. На сайте Coca-Cola свой голос оставили десятки тысяч человек. Болельщики в 11 городах России отправляли команде приветствия и пожелания через коллекционеров голосов или приходили в специально организованные промо-центры с тем, чтобы вместе с футболистами оказаться на стадионе в день большой игры «Россия-Германия». 10 октября 2009 года. Пока освежающая Coca-Cola разогревает фанатов, лужники заполняются до отказа. И вот за несколько минут до матча на стадионе появляется огромный баннер, на котором в силуэте 12-го игрока мы собрали голоса всех российских болельщиков. 5 месяцев спустя. Все так же желая осуществить самую заветную мечту российских фанатов, мы привозим в Россию Кубок мира по футболу FIFA. Символ будущих побед. 13 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге смогли своими глазами увидеть драгоценный трофей и вновь поверить в то, что все еще впереди. А уже через 3 месяца российская команда Лиги «Кожаный мяч» вышла в финал детского чемпионата мира в ЮАР. Июнь 2010 года. Чемпионат мира по футболу в Южной Африке. Вместе с самыми активными болельщиками мы отмечаем всемирный праздник футбола. Мы вдохновляем тех, кто умеет не скрывать эмоций от фантастической игры. Тех, кто радуется каждому забитому мячу. Мы твердо верим в то, что футбол — это больше, чем победа. Так же, как и Coca-Cola — больше, чем просто спонсор. И кто бы ни взял в руки заветный трофей, главное — это тот потрясающий праздник, который могут подарить только футбол и Coca-Cola.